Тема снегоуборки в Колывании сегодня актуальна как никогда. Главный вопрос – успеют ли коммунальщики очистить дворы и улицы до наступления плюсовых температур? И хотя снег вывозят постоянно, снежные завалы можно увидеть практически везде. Сегодня отдельные собственники частных домов полагаются на авось. Чисткой и вывозом снегом заниматься не желают. Хотя по правилам благоустройства это их прямая обязанность. Впрочем, чтобы отправить один грузовик на полигон, а перед этим загрузить его, необходимо более 3000 рублей. Не каждый захочет тратить эти деньги, даже если собрать их со всей улицы. Между тем, коммунальные службы занимаются вывозом снегом только с проблемных мест. Весна, по прогнозам, будет теплой и быстрой, а снега много. Чтобы в воде было куда уходить, коммунальщики сейчас спешно прочищают трубы ливневой канализации, отогревают их, освобождают водоотводные канавы.